Здравствуйте, меня Абгик, и для тех, кто смотрел мое предыдущее видео про Jailbreak, что нужно делать? К примеру, вы пытаетесь загрузить ломную игру из интернета или откуда-нибудь другого места. Что мы делаем? Ждем, пока эта фигня загрузится. Заходим. Manage. А это будет Sources. И если у вас не будет вот этой... который, я не знаю, видите вы или нет. Вот это, который Dev Team Repo 666. Утро снова. Если у вас вот это не будет, да? Вот этой. То есть, вы должны будете ее добавить. Как это сделать? Нажимаем Edit. Add. И просто добавляем вот эту. Я добавлю ее под это видео, добавляем ее вот сюда, нажимаем Add Source, она будет закачиваться у вас, и тогда у вас будут работать ломные игры. Пока, с вами был Абгикс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока.